Мур, привет, друг, это Зверько. Похоже на то, что Бальмонда возвращают нам, проведя ряд бафов. Давай посмотрим и сравним изменения. Для начала, оригинальный сервер. Бальмонд без эмблем и с первым уровнем наносит урон за один волчок, 931 дамага. Теперь апаем 15 уровень. В среднем сносит 2527 хп. Закупаемся тестовой сборочкой. Сапоги-скороходы, 2 топора-берсерка, нафиг Бальмонду скорость удара, топор кровожадности, клинок отчаяния и щитофины для проформы. Первый прокрут 6787. Второй 6016. Разница без сработавшего крита ощутима. Теперь переходим на тестовый сервер. То, что без скина, это не очень важно. Первый уровень. 1166 дамаги. 15 уровень. 3075. Берем ту же сборку и... ...10088 урона. Конечно, это по цели без брони. Пока ты прикидываешь возможности, я познакомлю со спонсором этого видео. Теперь, докрутив сборку и очередность, давай сыграем в ранг на тестовом сервере при пинге 120.
Расфармленный Бальмонд дает по щам, особенно малоподвижным героям. Вернет ли это его в полную мету? Маловероятно, но до эпика играть на нем можно, по моему скромному мнению. На этом все. Скоро увидимся, особенно если ты прожмешь подписаться и колокольчик. Удачи, друг!